Хулио Сезар Чавес-младший вновь затронул тему поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. По мнению Чавеса, Канело согласился бы на бой, если был бы твердо уверен, что сумеет победить Трипл Джи. «Я не знаю, является ли это страхом. Я не могу знать того, о чем думает Канело. Я не знаю его лично, но возможно он думает, что может проиграть Головкину. Он понимает, что бой с ним будет очень жестким. Я думаю, Канело рассматривает этот бой как очень трудное испытание. Если бы Канело знал, что может побить Головкина, бой бы состоялся. Напомним, ранее Оскар де ла Хойя заявил, что единственное, что может помешать провести бой Альвареса Головкина в сентябре, это сам Чавес. Оскар имел в виду, что если Чавес-младший сумеет побить Канело.